Всем привет, друзья! В этом видео расскажу о зарядном устройстве, которым я пользуюсь для зарядки свинцово-кислотного аккумулятора, и детально расскажу о самом зарядном. В данном устройстве также можно заряжать множество аккумуляторов, поэтому зарядное Turnagy AQSL6 подойдет не только для такого аккумулятора. Устройством пользуюсь довольно давно, около 6 лет. Устройство хорошо себя зарекомендовало. С уверенностью могу вам его рекомендовать для покупки. Данное устройство автоматическое, здесь есть ручной режим, есть процессор, есть охлаждение, то есть все для того, чтобы комфортно и качественно зарядить свой аккумулятор и не бояться, что что-то взорвется или не знаешь, каким током заряжать, можно просто на автомате поставил и зарядил. Зарядное из себя представляет экранчик. Сейчас мы включим и вы все увидите, что там за менюшка. Далее видим варианты батарей, которые можно заряжать, три вида литиевых, никель-металлогидридные, никель-кадмиевые и свинцово-кислотные. Кнопка выбора батарей, переключение влево-вправо, добавляем, допустим, ток, и кнопка стоп-старт. Справа видим кулер, который охлаждает процессор, чтобы не сгорела плата. В общем, очень удобно. Корпус у нас металлический, что немаловажно. Штекеры, переходнички для батареи, штекер в сеть. Включим нашу батарею и посмотрим менюшку. Блок питания с ним идет 12-вольтовый, кстати, подходит от многих ноутбуков. Сам же аппарат, в принципе, очень надежный и ломаться нечем. Видим менюшку, где выставляем нужную нам батарею. Раньше я занимался авиамодельным спортом и покупал данное зарядное конкретно для авиамоделизма. Ну, в дальнейшем оно мне очень помогло. Выставим нашу батарейку свинцово-кислотная батарея. Нажимаем старт. Выставляем, сколько ампер. Заряжаю я 0,5 амперами и аккумулятор 12-вольтовый, 12 вольт. Можно заряжать от 2 до 20. Заряжать можно также и разряжать, но свинцово-кислотные лучше не разряжать, можете убить аккумулятор. Литий-полимерные, никель-металлогидридные и так далее, саморазрядки в них нет, поэтому их можно заряжать, разряжать. Здесь мы выставляем то, что нас интересует, допустим, там 0,5-0,6. Более детально я об этом рассказал в своем прошлом видео, кстати, ссылочка вот здесь вот вверху, посмотрите обязательно. Подсоединим наш аккумулятор и посмотрим, как он заряжается. Я еще покажу, что было в комплекте с этой зарядочкой. Вот такая вот книжечка, крокодильчики, очень удобные. Переходнички, которые вставляются в наше гнездо. Еще одни крокодильчики. Вот такую ячейку я уже сам покупал для батареек. И кончики тут уже сам напаивал. Можно докупать на любые батареи. Подсоединяем черное к черному, красное к красному. Здесь не путаемся, так как можно спалить зарядное. Красный на плюс, черный на минус. Тоже искра есть. Так, свинцово-кислотная батарея. Выставляем 0,5 ампер-часов, 12 вольт. Чарж зарядка. Discharge разрядка. Цикла здесь нет, цикл идет на других батареях. До 5 циклов, значит, разрядка, зарядка, разрядка, зарядка и так далее. Ампераж можно ставить меньше, тогда аккумулятор будет дольше заряжаться, но более щадящий режим. В нашем случае 0,5-12 самый идеал. Нажимаем старт. Все, наша батарея начала заряжаться. Сразу есть все данные, что очень удобно. Время, сколько идет зарядка, вид аккумулятора, сколько ампер-часов, вольтаж. Он будет повышаться. Когда батарея зарядится, зарядная сама выключится, что очень удобно. Не нужно переживать, что-то сгорит
и так далее. Здесь кулер работает сразу же, он работает постоянно. Данное устройство имеет небольшую себестоимость, скажем так, средняя цена. Устройство очень удобное, небольшое, в комплекте идет очень много проводов, можно заряжать как батарею для мопеда, очень удобно. Также можно и автомобильные заряжать, 12-вольтовые, если у вас станет выбор, какую зарядную покупать. Обратите внимание на Turanage EcoCell 6. Надеюсь, это видео было полезным. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях. Всем удачи, пока-пока.